Блоки А и Б поликлиники номер 1 на Древлянке реконструируют по федеральной целевой программе развития республики до 2026 года. Стоимость контракта составила более 2,5 миллиардов рублей. Начальная цена была 1,5 миллиарда, но из-за подорожания стройматериалов ее пришлось увеличить. Деньги выделили из федерального бюджета по целевой программе социально-экономического развития Карелии. Сейчас на блоке Б заливают плиты фундамента, на блоке А ведутся подготовительные работы к заливке перекрытий. Заказаны окна, их установят в течение этого месяца. Зимой подрядчик займется инженерными сетями и отделкой внутри зданий. Также достроят еще один этаж, где разместится хирургическое отделение. Сейчас, в общем, стройка набирает ход, набрала ход, можно сказать. Вот, конечно, чтобы объект сдать в конце 2023 года, много предстоит, да. Но мы, в общем, понимаем, что и подрядчики, и ваша команда тоже на это заточены, и вы постоянно предметно занимаетесь вот этим объектом. Ну и, собственно говоря, другие объекты, которые тоже строятся с привлечением федерального бюджета. Еще одним объектом внимания Максима Решетникова стало строительство бюро судебно-медицинской экспертизы в высотном проезде. Здесь работы ведутся с опережением графика. На сегодняшний день заканчиваются монолитные работы. Приступаем к кровле. Внутриплощадочные сети практически готовы. Ждем тепла, кровли и будем приступать к отделке, к внутренним работам. Идем с опережением графика, планируем закончить на 2-3 месяца раньше. В бюро в год смогут проводить 1700 судебно-медицинских исследований. В двухэтажном монолитном здании с подвалом будет отделение судмедэкспертизы, судебно-гистологическое отделение, ритуальный блок, бытовые, административные и технические помещения. Посетил министр несколько карельских предприятий, среди которых Онежский судостроительно-судоремонтный завод и Инженерный центр пожарной робототехники ФР, о результатах визита на которые мы расскажем в наших следующих выпусках. Алексей Неживенок, Станислав Шведов, Борис Касьянов, служба новостей.